Напомню, что в январе этого года волну возмущения вызвала организация питания и в дошкольных учреждениях Кирова. Тогда специалисты контрольно-счетной палаты провели проверку и обнаружили, что родительская плата в муниципальных дошкольных учреждениях использовалась не по назначению. Продукты в садиках покупались по завышенным ценам. Например, килограмм огурцов для детского сада обходился в 400 рублей. При этом зарплата экс-руководителя Центра ресурсного обеспечения образовательных учреждений в среднем составляла около 200 тысяч рублей ежемесячно. Давайте вспомним, что тогда говорил по этому поводу глава администрации города Илья Шульгин. Проверка сегодня началась, в ситуацию углубляемся. И вот те факты, прежде всего с зарплатами, которые уже принимают, ну какой-то, я не знаю, там, с одной стороны, массовый, с другой стороны, комичный характер, когда уже людям было сказано однозначно, что такие вещи необходимо прекращать и вычищать. И вот в ходе проверки, которая поручена провести, в том числе правовому управлению администрации, эти проверки продолжаются, и мы пока вот подобные факты все не вычистим, не успокоимся. Потому что у нас, ну, зарплаты учителями, сами знаете, что происходит, и есть поручение президента провести зарплату учителей в соответствие, и мучительно на это изыскиваются в бюджете средства. А люди, которые работают в наших учреждениях, позволяют себе какие-то совершенно безумные коэффициенты при премировании, и с этим нужно заканчивать, причем самым жестким и быстрым.